Церемония награждения признания ЮРГУ началась с приветственного слова проректора по стратегическому развитию Южноуральского государственного университета Андрея Келлера. Он отметил значимость вклада сотрудников в продвижение нашего университета в проекте по повышению конкурентоспособности среди ведущих российских вузов 5-100. Каждый сотрудник в течение этого года, делая ту работу на своем конкретном месте, способствовал дальнейшему развитию университета. Это и в направлении повышение узнаваемости через публикации ведущих международных научных базах данных, это и через организацию взаимодействия с зарубежными партнерами, это и работая со студентами, которые в дальнейшем несут флаг университета, работая в той или иной организации. Премия признания ЮРГУ проходила по следующим номинациям: за профессиональное признание в научном сообществе, за выход на мировой уровень публикационной активности, за успешную защиту докторской диссертации и многим другим. Проект 5-100 – это новая ступенька. Это для меня это серьезнейшая задача — вывести институт на другой уровень. Уровень международного производства. Вот я воспринимаю всегда определенные задачи. Эта задача интересная, она многогранна, дает возможность, скажем, мыслить по-другому, делать по-другому все. Изучать, фиксировать, иллюстрировать. Это что касается в области наука человека. Сотрудники ЮРГУ планируют не останавливаться на достигнутом и стремятся дальше способствовать продвижению ЮРГУ в мировых рейтингах. У нас активная работа запланирована по реализации работы нашей международной лаборатории с ведущим ученым, стрессологом Джулией Люцинью. И это будет дело нашего следующего 2017 года, в который мы вкладываем большие надежды, и мы очень готовимся к этому. Церемония завершилась на торжественной ноте. Проректор по стратегическому развитию Андрей Келлер поздравил сотрудников ЮРГУ с наступающим Новым годом и пожелал дальнейших успехов в работе и научной деятельности.